Воздушный шар сбился с курса, и воздухоплаватель срочно опустился с ним вниз. Увидев внизу человека, он спросил: «Извините, где я нахожусь?» «Вы находитесь на воздушном шаре, в 15 метрах над землей. Ваши координаты 5 градусов ширины и 100 градусов долготы». «Похоже, вы математик», – вздохнул воздухоплаватель. «Да, я математик», – согласился прохожий. «А как вы догадались?» «Ваш ответ, по-видимому, точный и полный, но для меня совершенно бесполезный. Я по-прежнему не знаю, где я нахожусь и что мне делать. Вы мне нисколько не помогли, только напрасно отняли время». «А, вы похожи из управленцев», – заметил математик. «Я действительно топ-менеджер серьезной компании», – воспрял воздухоплаватель. «Но как вы догадались? Вы видели меня по телевизору». «Зачем?» – удивился математик. «Судите сами. Вы не понимаете ни где вы находитесь, ни что вам следует делать. В этом вы полагаетесь на нечтоящих. Спрашивая совета у эксперта, вы ни на секунду не задумываетесь, способны ли вы понять его ответ. И когда оказывается, что это не так, вы возмущаетесь вместо этого, чтобы переспросить. Вы находитесь ровно в том же положении, что и до моего ответа, но теперь почему-то обвиняете в этом меня. И, наконец, вы находитесь выше других только благодаря дутому пузырю. И если с ним что-то случится, падение станет для вас фатальным.